Привет, ребята. Да, сегодня очень хороший день. Я вам вечером скажу, что в итоге я, короче, что у меня получилось. Сейчас мы зашли покушать, сейчас вам покажу, что будет. И вечером сообщу вам очень хорошую новость. Вот, мы взяли цезарь, картошечку с рыбкой, два сока, борщик, чизкейк и картошечку с мясом. Картошка, котлета нежная. Котлета нежная. А это рыбник. Это рыбник, да. Всем приятного аппетита. Приятного аппетита. Сейчас молчим, как будто кафе опять вечером. Сейчас пью вкусный соленый кофе. И сидим без котика. Все спят. Нам кофечка спит. Котик или кофечка, не знаю. Ой, я думала, она ленивая. Все, что ли? Там все моется. И наверх забралась. Давай, запрыгивай, запрыгивай. Привет, ребята. Мы сейчас уже выезжаем из номера. Я вам хочу показать наш небольшой номер. Как тут что? Ну, в этом мне поможет мой дорогой муж. Там буду думать. Ну вот, шкаф. Ну, тут тумбочка. Кровать, на которой сижу. Там вон. Стол. Холодильник. Ну, как обычно. Телевизор. Вот такой небольшой номер. И там душевая с туалетом. Сейчас мы поедем завтракать, вилку, ложку, а потом, я не знаю, что будем делать, мы ничего не придумали. Наверное, в Пёса-кафе пойдем. Куда? В Пёса-кафе. Ну, Пёса-кафе, но с 12. А, ну да. Посмотрим. Ну. Ну все, мы попёрлись в машину. Эти машины у нас вообще, вон, видно машины, покажи. Вон там в кустах. Да, да, я сейчас скажу. За этот номер мы отдали 1800. А помните, я вам показывала номер? До этого мы были в тоже в Новосибирске тут. Мы отдали 1500, и он намного лучше. Намного. Чем этот? Да. Так что будьте внимательны, когда заказываете номера в отелях. Не значит, если дорого, круто. Не всегда. Лучше подольше посидеть, номера повыбирать. Там или квартиры те же, да. Ну, главное, выберите то, что как бы вам нравится, ну, и по цене.
Бывает, что правда, вот цена недорогая, а в итоге лучше и просторнее, чем вот это за 1800, ну вообще. Нет, я, конечно, могут написать мне, что я привередливая. Нет, я не привередливая. Ну, но он не стоит 1800. Вот никак. Даже завтрак. Там тоже не был завтрак, он там был, зато это кухонка специальная. Столовая. Столовая даже небольшая была, да. Ну все, мы поехали кушать. Сейчас, ну, проверяли, все вещи ли забрали. И под кроватью, короче, нашли вякушки, можно так сказать. И хотели, ну, то есть, и сказали обязательно администратору, чтобы они убрались. Вот. Да, и хочу вам дать тоже совет, никогда не стесняйтесь, хотя я сначала боялась это сказать. Ну, многие могли бы скандал устроить, ну, за да. такое, потому что надо убираться после каждого. Да, и что-то такую цену, ну, 1800. Я не знаю, мне кажется, должно быть все белоснежно, вот, по моему мнению. Сейчас все полетят в меня тапки. Ой, сейчас едем, греем машину, едем кушать. Да, я сейчас буду звонить, кстати, на запись неврологу. Попытаюсь позвонить, дозвонить. Наш завтрак. Ням-ням. Что там идет? Дай кружку. Давай. Ну куда пошла ты? Я, главное, забрала кружку и ушла. Нормально. Приехали из Новосибирска. Ну, конечно же, мы заходили в Икею. Как же без нее? Я вам сейчас буду показывать наши покупочки. Ну, вот такую штучку вы уже видели. Это под сидушки. То есть, как это? Подушка на стул. Подушка на стул, да. Ну, мы ее хотим сделать для сидения на балконе. Так, ну вот тут коробка. С отделениями. Ящик. Ну, ящик, коробка с ним, без разницы. Постельное белье. Такого цвета. Ну, такого миленького. То есть это получается тут. Пододельник и две наволочки. Пододельник и две наволочки, да. Себе взяла такое мягкое полотенчико для лица. Их два. Тут их два, да, кстати. Хорошо, буду менять. Прихватка. Вы, наверное, скажете, что это не прихватка. На прихватку не похоже, что это. Тоже две. Это не прихватки. А, да, это не прихватки. Прихватка вот. Это называется. Да? Разве? Ну, там написано. Правда, прихватка? Но. Это похоже больше, когда вот что-то ставишь... Горячая. Ладно. Прихватка, да, прихватка. Контейнер. Это прихватка. С отделениями. Извините. 250 трубочек. 200. Почему ты же говорил, что вроде 250? 200. А 200 трубочек. Это мы брали для Макса. Но не знаю, будет ли он с этого пить или нет. Посмотрим. Ну и нам, может, мало ли применится. Это у нас тарелочки. Черные. Ну, вот такие вот сейчас. Глубокие.
прищепки для пакетов. Я их так называю. Максику две ложки. Детские. Солонка и для перца. Перечница. Перечница. Вот. Я боялась, не знаю, как попала. Кружка белая. Чек. Еще раз чек. Еще чек. Так, это у нас наволочка. Потом скажу, для чего она. Открывашка. Не знаю, прикольно или нет. Напишите мне в комментариях, кто, у кого есть Икея. И покупал ли он такую открывашку, удобная ли она. Вот такая вот. Две тарелочки Максику глубокие. Медные ложечки, тут их 4, от самой маленькой и большой. Как оно правильно называется, сейчас скажу. Лоток для столовых приборов. Ой. Еще одна кружка. Сюда вставлю, мешает. Так. Герметичные пакеты. Давно хотела такие, там, ну, что-нибудь осталось. Печенье те же, чтобы не сохли. Или заморозить что-нибудь в холодильнике. Они такие на замочке. Овощерезка. Чистка. Овощечистка, да. Баночки под специи. Их у нас 4 таких. Ну, не буду показывать. Зачем показывать одно и то же. Так. В следующем у нас контейнере это вешалки. Такие вот черные обычные. Вроде 17 контейнеров. Угу. Да. 17 контейнеров от самого маленького до самого большого. И главное то, что я хотела купить давно себе ортопедическую подушку. Для этого нужна наволочка вот эта вот. Именно на эту подушку. Она классная. Надеюсь, что она принимает форму. То есть, не покажу так. Надо распечатывать. Сегодня посплю и скажу вам, как мне спится. И 2 контейнера. А тут еще у нас получается половник. Ложечка такая, я не знаю, для чего она нужна. И лопатка. Тоже такой наборчик. Маленький контейнер. И большой контейнер для игрушек. Максику. Все, вот такие вот были покупки. А еще, ну вы видели, я была сегодня в собака-кафе, ну не собачки. Пёс. Вот такой значок. Вообще я любитель, то есть мы с мужем любители, когда приезжаем куда-то в какое-то место новое и что-то оттуда как сувенир брать. Я собираю всякие. Из кота-кафе, и собака. Такие вот значки. Приятно. Такой небольшой бонус. И собачкам помогаю. За счет этого. Ну все. Я попозже расскажу, как я съездила и что мне сказали врачи. Я думаю, что для вас это будет нужная информация. Так что, до встречи.